Виноград, середина августа 2021. Вот видите, как они у нас поедают. Едят, как говорится, как крокодилы, забирая у нас самую вкусную, самую желанную ягоду. Что делать? А способ всегда есть. Так что? И вот для сохранения своего урожая винограда мы используем вот такие мешочки. Купили на Кубани их. Заранее порядка 500 штук. Думаю, это что это мало. И от ос, и от птиц помогает. И что мы делаем? И от крокодилов тоже. Шутка. Что мы делаем? Берем гроздь виноградную и одеваем мешочек на эту гроздь. Мешочки выбирали большие, чтобы на 2-5 килограммов лезло. Вот. Ну, 5 килограммов тут нету, конечно, но грозди на 2-2,5 встречаются. И завязываем на обычный узелок, на обычный бантик или на обычный узел. Ну, как видите, все достаточно просто. И это надежно защищает наш и ваш урожай от недоброжелателей. Ну, вот так вот, видите, мы сделали этот первый вариант, потому что позавчера мы обнаружили, что нападение ос. Нападение. И мы пробовали в прошлом году ставить подкормки, химию добавлять. Все эти банки с химией были полны осами, но, вы сами понимаете, уничтожить племя ос невозможно. По крайней мере, при нынешнем развитии науки и техники, а также кибернетики. Поэтому применяем самый надежный способ. Мешочки закладываете, получаете шикарный урожай, делаете вино, приглашаете друзей и заодно нас с вами. Ну и вы спасете свой виноград не только от ос, но и от птиц, которым тоже полюбился наш виноград. С птицами особый разговор. Друзья друзьями, ну, как говорится, знать. А урожай наш, свой, да. Наш. Удачи на даче вместе с осами. Ой-ой-ой, без ос, конечно, в придачу. И, конечно, с полным чашей изобилия и винограда в том числе.